Масло удивляет, я еще раз повторюсь. Мы начали наш сегодняшний марафон с песни «Выгоришь» и закончим вот трибьютом «Эй, Эмир». Я пока не в курсе, что это, но вот я уже вижу в комментариях перевод песни, так что давайте заценим. Столько разных переводов. Так, это про какого-то поэта, да, кому-то, какому-то поэту? Мукагали Макатаев. Это его стих, походу, да? Красивое стихотворение. Ну что ж, очень красивое стихотворение в исполнении Масла Черного Тмина. Но я думаю, казахам больше это понравилось, как бы все. Я чисто могу сказать спасибо, благодарность свою выразить людям, которые писали в комментариях перевод этого стихотворения. И на самом деле очень круто. Вот так вот и заканчивается наш сегодняшний марафон. Спасибо всем, кто был со мной, смотрел все видосы, комментировал, ставил лайки и так далее. Спасибо, что вы посмотрели это видео. До скорых встреч. Подписывайтесь на канал, если не подписаны. Всем пока. Check it out.